В сегодняшнем видео мы покажем, как работает дозатор в автоматическом режиме. Значит, если нужно многократно повторять налив жидкости определенных порций, можно задействовать автоматический режим. Ну, сейчас покажем, как это работает в ручном режиме. Уставка 100 мл. Значит, если в ручном режиме нажимаем кнопку «Пуск», происходит налив одной порции. Если нужно это повторять, включаем автоматический режим. И через определенные промежутки времени налив будет повторяться. В данном случае у нас этот промежуток времени равен 10 секундам. Его можно менять по своему желанию. Ну и так будет повторяться до тех пор, пока включен автоматический режим. Если нам больше не надо наливать автоматически, мы просто выключаем автоматический режим и все. Ну, покажу, как можно менять время, через которое будет наливаться. Вот, вошли в режим установки параметров. Каждое последующее нажатие кнопки Set переходит в следующий пункт, к следующему параметру. Сейчас это у нас константа нашего датчика. Ну вот, я чуть-чуть вас обманул, здесь стоит 9 секунд интервал. Ну, предположим, мы хотим делать это быстрее. Пускай будет налив через 1 секунду. Включаем автоматический режим. Последний цикл налива, который начался. Ну, все. Дозатор вышел из режима автоматического налива. На этом, наверное, наше сегодняшнее видео будем заканчивать.